Площадкой для любителей большого тенниса стали корты Академии «Азимут», которые накануне были торжественно открыты на территории одноименного гостиничного комплекса. А сегодня корты прошли первую проверку в ходе матча основного турнира «Сочи Кап». На четырех теннисных площадках спортсмены в возрасте до 13 лет из России, Латвии, Казахстана и Великобритании выступают в одиночных и парных играх. Сегодня прошла 21 встреча. Финальные матчи международного турнира и церемония награждения победителей состоится 20 сентября. Также будут известны результаты и открытых краевых соревнований «Звезды Кубани». По количеству набранных очков лучшие игроки смогут войти в состав региональной сборной. Ну, правила, естественно, едины, но рейтинговые очки, которые получают участники, ну, они разные. То есть дети 12-летние играют за европейские очки, а взрослые играют за очки российского теннисного тура. За первое место там дается по взрослым около 80 очков, но опять же за счет российского теннисного тура. А в европейском рейтинге там своя таблица со своим количеством очков.